Всем привет! Сегодня с вами Марина Ломака, и мы будем готовить очень вкусный рулет из рульки. Я купила рульку, она у меня вышла 1,5 килограмма весом. Отделила ее от косточки, помыла, и теперь ее можно готовить. На этом этапе приготовления нам нужна только соль, лавровый лист, и нам нужно рульку сварить. Лавровый лист я закидываю в чашу мультиварки, рульку слегка присаливаю, снаружи я ее солить не буду, я посолю немножечко воду. Перекладываю в чашу мультиварки. Заливаю 2 литрами воды. Слегка подсаливаю воду. Закрываю крышку. Включаю режим тушения 2 часа. Нажимаю старт. И через 2 часа продолжим приготовление. Режим приготовления рульки подошел к концу. Можно отключить мультиварку. Открываем крышку. За время приготовления я 2 раза снимала пенку. Теперь нужно достать аккуратно рульку, чтобы не повредить и чтобы она не разломилась. Рульку я достала. Надо сделать надрезы. Теперь рульку надо поперчить. Я добавляю еще специи, сухую аджику я взяла. И в каждый разрез я добавляю выдавленный чеснок. Рульку нужно перевернуть и тоже посыпать специями с обратной стороны. Специями, перцем. Ну а теперь нужно завернуть ее вот в такую медицинскую сеточку. Я уже говорила, что я эту сеточку покупаю в аптеке. Вот эта сеточка, цифра 6, стоит она 9 рублей. Недорого, можно купить, я считаю. Если у вас нету сеточки под рукой, вы можете перевязать ниточками. Сеточка не принципиальна. Перекладываю рульку в чашу мультиварки. Чашу устанавливаю на место. Наливаю гранатовый сок 300 грамм. Вместо сока можно взять ржаной квас. В принципе, это будет такой же цвет. После того, как я налила сок граната, я закрываю крышку, выставляю режим запекания 1 час. Включаю старт. Через 1/2 часа нужно будет перевернуть рульку. Посматриваем за тем, чтобы не выпаривалась быстро жидкость. Если жидкости не будет, нужно добавить хотя бы немножечко воды. Режим приготовления закончился. Надо теперь достать рульку. Вот такая рулька, запеченная в мультиварке с гранатовым соком, у нас получилась. Приятного аппетита! Я приглашаю вас на свой канал в YouTube. Подписывайтесь. Я всем вам буду очень рада.